Всем приветики. Заказал себе еще вот такую вот лампу. Ночник типа. И ну, она пришла немножко помятая. Была в обычном почтовом пакете с пупыркой. Так, она здесь еще зачем-то степером прижата. Блин, вот это вот не очень. Сейчас мы ее отковыряем. Ну, в общем-то, все, я снял. Что у нас тут? Здесь просто такая красивая разрисовочка. Warning. Choking hazard, small parts. Не давать для, не для детей меньше 3 лет. Такая вот, все оно должно так блестеть. 14 лет. Fiber Optical, не знаю, что такое. Glowing Magical Light. Магический свет для твоего дома, для магического веселья. Что такое? Вот так вот оно должно типа работать. Ну, красиво. Вот. Три батарейки по 1,5 вольта, то есть это у нас получится 4,5. То есть 1,5, это 3 плюс 1,5, 4,5. И как раз у меня есть вот то, что я снял с часов, 5 вольт. Как раз то, что надо будет, выдадим мы ему. И вот, что-то у нас здесь написано, for, для декоративного, что там, кнопка типа включения. Ага. Не заряжать что? Не заряжает батареи, что такое? Заменять батареи, как-то придет время. Убирать что-то использованное батареи. Короче, ничего не понятно. Моденчина, вот что понятно, все. Вот. Ну и, собственно, в такой коробке. Естественно, помятой. Потому что шла она из самого Китая так долго. Ну, вот эта сама часть, которая присоединяется, сюда типа светит лампа, и она передает свет через эти волокна, вот, передает аж сюда в конец. А в конце почему-то, здесь такая еще штучка держит их, чтобы они не распадались. В конце почему-то цвет меняется, здесь везде такое серое, а здесь в конце вот белое, так вот, если посмотреть. Вот видно. Здесь такое серое, здесь такое аж белое. Вот, ну красиво так смотрится, так еще переливается. И здесь вот оно. Такие точечки. Как соты в улье. Такое, ну интересно, что-то такое. Да, интересненько. Как тут фокус поймать? Оно в фокусе, не в фокусе. Вроде в фокусе. И вот сама вот эта вот штука. Сзади у нас получается. Так, сверху это здесь лампа какая-то, она кривая. Она должна, по идее, ровно на меня смотреть. Она куда-то, получается, не так смотрит, а вот так смотрит. Чё за бред? Ну, как-то она смещена. Она должна быть, мне кажется, посередине. Ну, так с виду вроде нормально все вот здесь вот по форме. Да. Разве что вот тут вот видно оно вот такое выгрязенное. Вон оно видно. Везде блестит, а здесь кусок выгрязен такой. Здесь кусок выгрязен, это не очень. То есть все вроде бы норм. Ну так с виду. Нормальная красивая штука. Единственное, что где-то вот выгрызенным с краешку. Но это не страшно. Здесь вот кнопка включения-выключения. Включение-выключение. И сюда надо вставить батарейки. Но мы, я хочу сделать здесь небольшую дырочку и вставить туда не батарейки, а вот эту вот штуку. Типа, ну провести туда, в общем, так вот провести туда штекер. Здесь надо 4,5 вольта, а мы дадим сюда 5 вольт. Вот так вот. Через. И не нужно будет батарейки менять постоянно, а можно будет так вот подключать от сети. Так же круче. И оно будет работать. Вот. А как оно работает? Ну, сейчас попробуем затестить. И для начала мы надеваем сюда вот этот переходник. Чтобы можно было, пока что я не придумал еще, как это подключать. Можно было вот так вот закинуть.
И оно чтобы работало через провода. Эту штуку. А, и включить можно попробовать, как оно светит. Ну, в данный момент я подключил пока что вот так в сеть. Потом вот оно идет из сети через переходник. А через переходник выходит вот провод минусовой в минус, плюсовой в плюс. Дальше включаем. И вот оно светит. Так оно подключается. И светит. Вон цвет меняется. То есть вот такая штука. Уже синяя. То есть меняется. Была красная, потом стала зеленая. Сейчас стала синяя. И сейчас поменяется потихоньку. Какое-то такое зеленое. В общем, цвета меняются. И вот так вот оно светит. И можно попробовать надеть штуку. А все, провод отлетел. Тогда сейчас мы ничего не наденем. Подключим и посмотрим там. Еще такой момент не очень хороший. На пальцах остается вот эта краска. То есть скоро вся краска останется на пальцах, чем чаще трогаешь. И вообще она будет все некрасивое. Вставляем сюда, я так понимаю. Просто втыкаем. Снимаем вот эту держалку. Оно распушается. Блин, здесь не видно. Ну, в общем, вот так оно стоит. Мы снимаем вот эту штуку. И оно так красиво распушается. Дальше мы включаем ее. Правда, не видно, надо темноту сделать. Ну, вот так в темноте выглядит. Ну, не в то, что в темноте, а вспышка еще идет. Ну, блин, красиво. Вообще огонь. Такое красивое. В темноте, мне кажется, вообще будет бомба. Вообще в полной темноте. Ну что ж, в общем, хочу сказать, что это очень красивая штука. Мне она очень нравится, классно. В темноте вообще классно смотрится. Я потом еще отдельно сниму ее в темноте. Просто сейчас нет возможности. Дело в том, что у меня сейчас вот она. Ну, видно, что горит вспышка. И чтобы ее выключить, нужно остановить записи. И тогда придется потом делать монтаж. А это все лишнее время. Поэтому я лучше потом отдельно сниму. Жалко, что у меня во время записи не выключается монтаж. Ой, вспышка, я бы... Тогда бы мне пришлось бы делать монтаж. Поэтому я не буду останавливать. Так, я думаю, так понятно. Но в темноте очень классно выглядит. Я потом сниму отдельно, как она выглядит в темноте. И сниму отдельно, как я приспособил сюда вот эту штуку. Просто сейчас неудобно. Ты несешь ее куда-то, чтобы включить. А эти провода, которые держатся вот... Ну, просто вот так вот. Они просто отпадают, и все. А так я вот это вот все уберу. И подключу эти проводки. Даже, может быть, вот эту штуку туда вмонтирую. Она будет там стоять. Вот эти проводки отсюда и отсюда будут идти сюда. Она будет стоять, торчать вот здесь вот так вот. Просто такая дырочка. И в нее будет вставляться вот это вот. Просто вставил, и все. Включаешь, оно работает. И... Насчет этого тоже сделаю отдельно. Как я это сделал, как оно работает. Вот. Ну, вообще, мне понравилась крутая штука. Вот, как-то так. На этом все. Всем покедова.